Звездное ралли, четвертое по счету, в этом году посвящено 105-летию Бессарабского автопробега. Сегодня стартуют разные регионы. Финиш Харьковского дивизиона, Восточного дивизиона в городе Днепропетровск, Днепр сегодня к вечеру. Также туда присоединится дивизион из Полтавы. И завтра выезд дальше на город Кировоград-Кропивницкий. В Кропивницком Кировоградской области у нас будет еще большой спецучасток, больше 150 километров по области, слалом, ориентирование, скоростные спецучастки. В общей сложности в этом году стартует больше 25 экипажей. Сколько доедет до финиша, будем знать только в субботу вечером. Мы собрались в очередной раз для старта. Это звездное ралли. Для нас это как бы уже следующий этап, потому что я уже третий раз участвую в этой гонке как пилот. Одну гонку проехал штурманом по техническим причинам. Ну, хотелось бы, конечно, добавить, что в этом году добавилось участников, стартующих из Харькова. Наш путь будет пролегать через Днепр. Сегодня вечером мы будем в Днепре. Посетим музей машины времени наших партнеров. А в пятницу стартуем уже на Кропивницке. В Кропивницком будет целый день у нас местная большая гонка. Эта же гонка будет соответствовать Кубку мэра. То есть дополнительные награды, дополнительное внимание. То есть город Кропивницкий, принимающий город, это городской праздник для них. Два дня это выставка ретро-автомобилей, народные гуляния. Я думаю, что это, в принципе, очередной шаг в развитии ретро-движения, не только в Харькове, но и по всей Украине. Без лишней скромности скажу, по традиции харьковчане или харьковцы, как их называли 100 лет назад, самые активные, самые динамичные, самые массовые. Всем участникам пробега желаю как минимум доехать до финиша и как максимум любому, каждому победить. К сожалению, победить смогут не все, но пусть победит сильнейший.